Всем привет! С вами Лава, и это первый ее полуфинал ее четвертого чемпионата. Вы заметили, как будто это начало четвертого чемпионата, а вот и нет. Все команды, которые не прошли полуфинал, были шашлыки. Остался только 4 команды. Узнаем, кто будет в финале, кто не в финале. Сейчас и узнаем. В те времени у нас битва между... А, испыть Савнашара против Кыгирак. Погнали. Первый раунд именно, как всегда, обычный. И изменения вот такие, хотя вы все могли это смотреть. И есть что, это первая команда именно, а из пути Савнашара. И ничего спецважного нету. И это 3 балла. Теперь на выходе именно Кыгирак. Он на название говорит, что не буду, потому что... Чё смысл? Всё равно... очень долго. Это Рибала. Обычный день. Оба команды добрали 3 балла. Следующее именно огненное испытание. И похоже, удача не улыбнулся. 0 баллов. На выходе именно к Кыгирак. К сожалению, тоже поражение. Опа-на, похоже, огня никто не справился. На выходе именно фланки раунд и изменение замен. Расхититель над футболиста. Это очевидно очень легко, поэтому 3 балла. Ну, увы, мы уже убедились в четвертьфинале того, что эта команда не помех на это, поэтому уже скипну и даем 3 балла. Хотя уже поздно. Как говорится, фланки все. Теперь смотрите, это Шатхевер. И не прошло миллион лет, и тут... Ага, миллион лет. Как если... Ну, неожиданности, эта команда доберет 0.5 балла. Вы думали, почему я добавил экстра? Ну, вы поняли, о чем я. И... да. Если никто не сможет... посопрессе на... Ну, вы поняли, о чем я. Ну, тут опять... одно и то же. 0.5 балла. Да, вот такого бывало событий я не ожидал. На выходе именно мгновение нападения. И, конечно же, вы увидели облегчение. Так, чтобы
Ну, 3 балла. Я не буду наврать, если я скажу, что после этой команды получила 3 балла. Да, так и есть. Облегченное мгновение нападения дает все команды 3 балла. На выходе именно тройной угроза самой студии. И это, очевидно, 3 балла. Однако, новость и такова того, что в прямой случае команда потеряет минимум 1 балл. Почему минимум? А, нет, смотри-ка, команда потеряла 2 балла. Все равно шар дает лидерство, а Грак остается на 2 балла. Теперь лидер, из пустого шара. И второй раунд появился обновление. И тут, очевидно, эта команда профукать 100%. Из-за ограничения, конечно же. Он случился только, конечно же. Только 2 балла. Да уж. Таранный раунд — это смертный приговор, а Агарак сорвет счет теперь. Теперь двойная месть. Однако из-за того, что там ограничения, и увы, все равно шара не хватит ни времени. Однако Герок радовался рано, потому что тут нету ни одного растения, которое может нападать на края. Поэтому 0 баллов. Покра и Утамат смогли завалить обе команды животных. Следующий именно чертенок раунд. Вопрос на миллион. Успеет? И, похоже, успел. Самый сильный зомби был забран. И похоже, эта команда нет проблемы. Очевидно, 3 балла. Чертенок раунды. Обе команды добрали 3 балла. На выходе именно гнев. И думаю, вы понимаете, чем она добавила. Очень много дамаска на лолике, много всего. Однако, из на шара помеха нету.
Ой-ой-ой-ой. Да ладно, она съела. Не понял, только что было. Ну ладно, не важно. И дама с косяком решила затроллить. Все звездные. Темный кошак расстрел. И очевидно того, что один воин это не воин. Миллион. Дамашки против один корох. Поэтому очевидно поражение. Гигарак не смогли пережить гнева, а испортить равно шара смогли. На выходе именно стан раунд. Вопрос на миллион, успеете или нет? И, конечно же, успеете. И на выходе именно Гиарак. Это уже нету проблемы для этой команды, поэтому спокойно 3 балла. Обе команды ничего сложного не ждет в стадный раунд. На выходе именно куроотный раунд и, как я сказал ранее, это не воин, это 0 баллов. На эта команда будет райские места, потому что это команда соло. 3 балла. Сегодняшнее испытание. Первая команда не справился, а второй справился. На выходе именно отбиватели. И похоже, это не проблема для этой команды. Да. И эта команда тоже не тупая. 3 балла. Отбивательный раунд для них это легкая прогулка по парку. На выходе именно пианинный раунд. Почему они ускоренные? Потому и есть. И это 0 баллов. Да, тут есть. Известные ветроголовные и ускоренные костноголовые. Да, вот сладкая картошка не дала им пропуск. Однако это довольно роковая ошибка для нее. Сбоку эта команда добрала 1 балл. Да, у спине не на раз просто уничтожила вся команда, кроме одной баги для второго команда.
Это по факту 5 баллов. Самое главное именно Чапнахара, успеете ли ее помощника. Но это очевидно 5 баллов. Теперь очередь для Гигарак. Тут только два захода, либо растения остались живые и получение очистки. Баллы или несколько не выжать и получать баллы. Потому что из-за сладкая картошка, грибочки были живые. Без сомнения. Поэтому приятно посмотрим. Пока. Обе команды справились с обороной, и они получили легкие 5 баллов. Ну, лидерство осталось у Адыгарак. За вы уже поняли, перезарядка Сарношара не может пережить. 0 баллов. Теперь очередь вот это. Сейчас возьмем солнце, так чтобы череп уже не хватил. И углом для зубов футболиста, потому что... Однако тут есть угроза, именно, во-первых, уже нет угрозы. И да, это 3 балла. Да уж, из-за того, что у Сервоношара длинная перезарядка, она не смогла спасти ее союзник и сама себя. А тем временем, вторая команда уходит обрыв на всего 4 балла. Очередь именно генератора. Тут появился Тишконтрон и куча ящика. Это 3 балла. И похоже, эта команда пошлет Тишконтрон и его помощника в одно интересное место, потому что сладкая картошка не может протянуть Тишконтрон.
И тут довольно очень много. Однако, смотри-ка. Пока что надо протянуть до конца. Пока что посмотрим. Короче говоря, прошло очень долго времени, поэтому уходим. Потому что очевидно же, идейка же жрет, потом активирует ловушку, поэтому просто им 3 балла. Надежда для... А, из плюс серебряного шара еще имеется. Следующий именно рассрочетный раунд. Тут вопрос, серебряного шара успеть или нет. И она успела. Однако серебряного шара должна спасать либо сама, либо... Однако, увы, ее времени очень-очень-очень мало, и поэтому только 1 балл. Короче, уже не надо смотреть полоса в нижнюю, потому что тут очевидно обрыв будет. Либо точно не смотрит, потому что тут не обрыв, а внезапная победа. Хотя по факту... Видимо, смогла спасти сама себе, поэтому тут 2 балла. Да уж. В расширенный раунд обрыв всего же 5 балла. Однако у серебряного шара имеется еще шанс, чтобы быть лидерство, либо ничья. Последний именно крокодила. Похоже, серебряного шара пришел конец. Да, так и есть. Герак. Тут можно закончить пораньше, на тот случай, если эта команда доберет 1 балл. В таком случае эта команда ждет внезапная победа. И, увы, из-за труса расстрел. А, из плотного шара имеется еще шансы на ничью. Никто не может одолеть Крагины на это испытание. Для ничьи. Спутник серебряного шара должна доберется
все 5 баллов. А этот ни одного. Это 5 баллов. Все или ничего, или ничья. Если это заберет хоть один балл, тогда Гигарак идет в финал. Если нет, тогда будет экстра раунд. И похоже, это конец для испутственного шара. Это конец. Конец для испутственного шара. Финальный отчет 32,5 и 42,5 победил Аграк. Да, у вас финал, интрига еще высокая. До самого спама. Ну, увы. Испутственного шара в конце проиграла. Ну, ничего страшного. Какое место будет у испутственного шара, мы узнаем в следующий полуфинал. Тем временем, поздравляю Аграк, автор Protohacker, поход в финал. У нас на выходе именно участники от PUBG Дичи против Маклитай Прямя. И скоро узнаем, кто будет второй финалистом. Может быть, Яблоко Мёта с рисом и метательца без ауры. Или Колючка без ультой, Эферно и Гипная Капуста. У нас будет только финал между один мужской растение и два женские, или Гипная Капуста. Положи свои карты куда нужно. Всем пока.